крейсер «Возмездие». Это Библиарий Иона Орион. Нас атакуют. Вокруг рассредотачиваются Эльдары. С ними призрачный лорд. Он уже забрал сержанта Эндимиона. Надо дать отпор этим ксеносам. Они ведут там раскопки. Зачем, непонятно. Эльдары развернули мощную оборону, чтобы мы не смогли это выяснить. Боюсь, без подкрепления мы долго не продержимся. Командор, Эндимион когда-то был моим заместителем. Я его не брошу. Наш почтенный брат прав, командор. Надо помочь Эндимиону и Ионе и уничтожить Эльдаров. Воины! В атаку! Ударим в самое сердце! Скорее! Захватите тот маяк! Thank you.
видеть, командор. Я Иона Орион. Эндимион. Он погиб, спасая меня от эльдарской боевой машины. Мы как раз обнаружили большую постройку ксеносов на востоке. И тут они напали. Это перекресток путей, без сомнения. Через него они смогут вторгнуться, когда им вздумается. Надо его уничтожить. Идите. Я буду держать оборону рядом с останками нашего брата. Орден не потеряет генное семя Эндимиона. Конечно. Я в вашем распоряжении, командор. Что это такое во имя Императора? Что-то наподобие призрачного лорда. Thank you.
местность взята под контроль. Психическая энергия нарастает! Скорее, отрежьте им дорогу к перекрестку! Вы опоздали. Древние души нашли себе новое обиталище. Восстаньте, призрачные стражи! Уничтожьте людей! Все Эльдары отрезаны. Уйти не смогут. Кого это призвал Варлок? Он назвал их призрачными стражами. Они как-то тянут из него психическую энергию. Эльдары, сдержите их. Я не оставлю Эндиньона этим ксеносом. Капитан Тул, держитесь. Надо помочь ему, командор.
Сохраните позиции, братья. Новые призрачные стражи. Они медлительны. Должно быть, им нужна поддержка Варлока. На меня напали! Теперь их еще больше. На этот раз они с Варлоком. Убейте его, чтобы ослабить призрачных стражей. Внизу урон от копий света. Победа досталась нам. Эльдары вернулись в сектор в самый неподходящий момент, командор. Как вы и подозревали, ополчение дома Ванди, что подстерегало вас на Серебряном леднике, не было одиночной группой мятежников. Против имперской власти на Меридиане восстали новые мятежники Ванди. Вы отправитесь туда на возмездие и окажете поддержку. Губернатор Де Роза посвятит вас в подробности по прибытии. А что с планетой Аврелия, капитан Ангелос? Иона, переназначаю вас в ударный отряд командора. Вы все вернетесь на Аврелию, когда стабилизируется ситуация на Меридиане. Ангелос, конец связи. С
Спасибо, что вмешались, командор. Император явно благоволит вам и вашим боевым братьям. Рад сражаться плечом к плечу с героями Тифона. Все-таки не понимаю, как этим мятежникам удалось сымитировать сигнал бедствия кровавых воронов. Коды и ритуалы по использованию ретрансляторов — один из наших самых оберегаемых секретов. Нашему ордену есть что скрывать, помимо ритуалов связи. Может быть, но кто-то все-таки узнал достаточно, чтобы заманить нас в ловушку.